Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Subaru Levorg 2014 год в сером цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, 170 лошадиных сил, КПП, полный привод, оригинальные литые диски на хорошей летней резине, пробег 195 тысяч километров, имеются повторители в зеркалах, ветровики, спойлер по салону, ухоженный темный салон, не прокуренный. Климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, антиюз, электрорегулировка зеркал, электропривод передних сидений. Также пройдемся по ЛКП автомобиля. 105, 101, 120, 113. 106, 127, 104, 111, 88, 123.